ведьмак, ты ведь насчет дракона пришел. Так это вроде не дракон. Я уже немножко забыл, когда этот квест брал. Расскажи мне что-нибудь. По-моему, только два стрима назад. Как он выглядит, например? А то ты не знаешь. Что ж ты тогда за убийцу чудовище? Ой, не умничай. Ну и чешуя у него, крылья, когти. Дракон как дракон, нечего о нем болтать. Убить его надобно. Надобно. Пока он еще кого-нибудь не сожрал. Надобно. Поговорим о награде. Сколько ты даешь за дракона, я обычно беру за накера. Что? Ты многовато просишь, мастер ведьмак. Скинь пару крон. Ты многовато просишь, мастер ведьмак. Я скинул 5! Ты говоришь, скинь пару, я скинул 5! Еще 5 скинул. Ты многовато просишь, мастер ведьмак. Скинь пару крон. Пару крон. Скинь пару крон. Я скинул 5. Еще 5. И еще 5. Просишь, ты что, издеваешься? Скинь пару крон. Я скидываю уже 20. Ты говоришь пару. Ты на каком ты языке разговариваешь? Скинь пару крон. Скинь пару крон. На каком ты языке разговариваешь? Я не понимаю этого языка. Пару, это значит 2. Ты многовато просишь, это 2. Скинь пару крон. Скинь пару крон. Это 2. Стой! Хватит разговоров! Живи, иди нахуй! Ведьмаки обычно драконов не убивают, но я посмотрю, что можно сделать. Ты говорил что-то про жертвы. Твоя, братьев! Скинь пару! Пошли на охоту, но сами стали добычей. Такие у них были паскудные раны, что даже мне плохо сделать, как вынесли. А я много чего повидал. Был в 32 походах, от пояса до гор. Это наверняка очень интересно, но сейчас меня интересуют раны. Можешь описать? А сами и посмотрите. Семья только готовит ребят к похоронам. Они в доме еще лежат, на северном краю деревни. Только отнеситесь к телам с уважением, как велит обычай. Здорово. Ну как, дела идут? А с чего бы им не идти, если я делаю лучшее оружие на... Блин, у человека внешность... Чисто кузнец! У него... Горы у него погоняло кузнец! Кузнец! Вот именно кузнец! Не угасает уже 6 поколений, переходя... Оно и видно, 6 поколений, пиздец! И каждый день на рассвете Хара, моя младшая, приходит сюда и роняет каплю своей крови в воду, в которой я закаляю клинки. Хуясь. Брен. Дай взглянуть. Ну, чисто кузнец. Как зовут овцу? Кис-кис-кис, цып-цып-цып. Эй, овца, пойдем, будем охотиться на велосипед. Кстати, вправду как? Ну, овца, пошла, пошла. Надо Аксием. Так, она двигаться не будет или будет наоборот? О, на смотрю, все правильно. Дракон, так это ж не дракон, бля, это ж петух. Бля, у него, походу, кстати, большой уровень. Я не уверен, что я справлюсь. А, да, у него большой уровень, я проиграю. Ну или это будет очень долго. Или не очень большой, не знаю. Отойди, не мешай! Пока успешно. Опа, красиво! Куда? Ух, ты его на куски рву. На! Куда, мразь? На! 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 Вот это я съел только что. Вы... Это очень много. Твою ж мать. Ну ты злой.
ВТФ ебать. Я думал, все легко, все отлично. А бессмертие сработало, я умираю. Окей, плохо все очень. На, теперь... Бля! Не, проебал энергию. Что? Окей, это ваншоты каждый раз. Окей, начинало все очень хорошо. Дракон, походу, этот, ну, дракон 30 уровня или что? То есть, он меня... Против меня бонусы имеет. Ладно, начнем КД в этот раз. Зачем я выстрелил? Отойди, овцы моей! Отойди, овцы моей, блин! Да куда ты бежишь ко мне, дура? Что? Он же уже укусил, то есть был укус, а потом на эту голову напоролся. Почему мне дэмэдж засчитало, я не понял. Я это выиграю, я решил, все. Да расскажешь! Сосать, сосать, сосать! Куда лететь? Лежать, 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 умирать. Куда, петух? На! Как так? Что, как, куда, в чешу? Прямо в башку срубил ему в реальной жизни бы. Не может такого быть. Это вообще нереально, то, что вы только что видели. Я ему башку срубил бы в реальной жизни, нахер. Причем... железно. Куа! Ноль ошибок! На, на, на! Сюда, сука! Нахуй! Эй, что делаю, что делаю? На, на, на! Ура, ноль ошибок, ни разу не попал. Кайф. Ты пала за правое дело, овца. Да будет тебе земля пухом. На овцах суицидница была. Она не хотела выживать. Это факт. Я решил вашу проблему. И что? Только и всего. Расскажи побольше. Дракон пламенем пыхал, а ядом плевался? Ядом плевался. Да, я золотая чешуя. Это намек, ну, на вторую книгу. Это был не дракон, а велохвост. Он с виду похож, но меньше и не такой опасный. Ну, раз не такой опасный, так и награда будет поменьше. Чего? Мы же договорились. Ну да, про дракона. А если б я знал, что там какие-то вилы в хвост, так я бы его сам прибил. Спасибо тебе, ведьма. Мне-то спасибо. Этому пидорасу явно не спасибо. Ой-ой-ой, ты призрак из Нерхаба? Блин. Есть, конечно, один мод, который позволяет Ведьмаке убивать всех, кого захочешь. Ну, или, по крайней мере, там, побить. Но он слишком багнутый. Ну, и... как бы я решил его не ставить. Ну, как мило, я хотел ему хотя бы ударить кулаком раз. А, я его не дамажу. Anyway. Странно. Чёрч! Да, да. Ну, вроде не сильно бьет. Пока что. Ну, это под Квеном. А то он по Квену так ударил. Блин, это надолго, надо какое-то масло. Пока не помню.
Надо маслом. Дракониды, духи и призраки. Огры, проклятые, реликты. Вот оно. Масло против реликтов, двемеритовая бомба. Так. О. И бомба у меня тоже есть. Или нет? Или да? Я АФК был! Не стальное! Зачем ты стальное достал, придурок? Неа! Что такое? Скиллы не работают? Что такое? Бля, вороны... Принадлежит мне! О, серьезно? Держи, подержи! Как? Я же... Как он скиллы юзает? Я же запретил. Я же бомбу кинул. Как ты скиллы юзаешь? Пидорасик. Хуа! Как ты скиллы юзаешь? Я же тебе бомбу кинул в ебальник. Ну не может такого быть. Она же должна отключать скиллы ему. Да забери... Эй, вороны слишком сильно коцают. Я сейчас умру так. Да забери ворон своих! Да лоу, это нечестно! А я не могу дефаться от них! Чё за дрянь? 20 уровня, волк! Найс! 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 Это слишком тяжело. Я не могу умереть, что делать? Он меня душит. Да ладно, я ничего не могу делать, 20 уровня волки, блин. Я вообще не могу драться, у меня бессмертия уже нету. Бля! Леший душит. Собаку! Отступай надо пока! Слишком сильная. Почему? Разве двемеритовая бомба не отключает скиллы, которые блокируют магию и магические способности? Так она не работает! Она ничего не блокирует. Алло, собаки! Это как с этим бороться? И собаки, ну, байтят меня, чтобы я пошел сдох. Да ёбаные собаки! Они очень сильные 20 уровня, лол. Найс. Да забери от меня эту... Да что ж такое? Что ж ты будешь делать? Это реально тяжко. Да я не могу, блядь! Минус бессмертия опять. И что я могу делать? Да я не могу, блин, ничего сделать! У меня эликсиры кончились, я не знаю, надо отступить и заново напасть, может он отхилится, правда, но я не знаю другого варианта.
что противник неожиданно очень сильный. Надо передохнуть. Он очень сильный. Слишком много скиллов разных, причем они не блокируются бомбой. Спрашивается, почему они не блокируются? На основании чего? Бомба не работает, nice рофл. Че, он не отхилился, надеюсь? Как ворон победить? Маме их игни отгонять. На волков серебро не работает, блядь, что делать? Я не знаю, что делать в такой ситуации! Волки бесконечные или как? Да пизда. Слишком тяжело. Ну не работает банка эта. Ёбаный двимерит useless. Да пиздец какой-то! Еще я не могу спалить Игни Ворон? Почему? Сын говна, ну сдохни! Сейчас я сдохну, блин. Да забери от меня своих... Надо добивать его, и на последний шанс. Опять не понимаю. Я не понимаю, как это работает. И он непобедим. Окей, в пизду. Я отступаю. Он объективно непобедим, бля. Я должен отступить полностью опять. Какой-то ебанутый босс. Хорошо, хоть можно медитировать, иначе его победить невозможно. Без медитации его нельзя победить. У него миллиард скиллов, нельзя его никак победить по-другому. Я ж не могу драться, вороны мешают каждый раз, и слишком много дэмэджа с ворон. И волки, я должен менять меч постоянно, чтобы волков бить. И волки там 10 ударов нужно мечом, как будто остальным. Это бред какой-то. Слишком сложный босс. Блять! Я же убил его! Как мне волк ваншотнул, когда я только что убил лешего? Что вообще за хуйня происходит? Я ваншотнул только что лешего. Я его только что ваншотнул? В смысле, я его убил, меня волк ваншотнул. Что это только что было? Что это за бред? Как-то невозможно, все возможно. Почему они меня? Что за издевательство? Что происходит? Почему я не могу спокойно помедитировать? Сука! Да, да! Я не могу!
Ясно. Вот это да. Если в этом файте нельзя было убегать и переждать, там, помедитировать, то этот файт вообще невозможно пройти никак. Ну, невозможно, то есть, никак. Это буквально невозможно. То есть, единственный вариант пройти, это отойти и помедитировать. А если бы нельзя было отступать, то этот файт непроходимый получается. Никак. Никак. Какое-то безумие. Слишком много всего. Ну, бомба, чтоб он ничего не делал. На! Найс. Все? Ну, я чуть-чуть не ваншотнул только что. Фух, мутаген лешего. Жесть. Я по делу. Но? Я пришел забрать Уму. У барона надо спросить. А так склалось, что нету его. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. А это было бы ошибкой, смертельной ошибкой. Думаешь, я тебя боюсь? Меня стоит бояться. Добро. Не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Забирай его, сходи к конюшему. И с катертью дорога. И много благодарен. Так просто. Запугал работягу. Я забираю уродца. Нет такого. Это как? Сержант Ардаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него будет. Нет, не привезем. Открывай дверь, живо. Привет, малыш. Вот плотва. Мы на ней поедем в Кермовью. Ну, пойдем. Наконец-то в Каэр Морхен? Хватит дурачиться, едем. Что он с крысой хотел сделать? Съесть ее или что? У нас гости. На нильфгардских боевых конях. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Держи в курсе. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, ни кого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не У вас только пятеро. Ладно, езжай первым.
добрый початок. А третья армия возьмет Банглиан с запада. Позвольте заметить. Разведка сообщает, что гарнизон Банглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете. О, ку! Император, Йеннифер. Я позвал тебя нелюбезностями обмениваться. Докладывай. Без любезностей, тем лучше. Но помни, я не твой солдат, так что не нужно мне приказывать. Ты предпочитаешь, чтобы я отдал приказ страже? Оглянись. Мне достаточно кивнуть. Как ты собираешься выжить при этом? Я не могу понять. Это... Этот человек – ключ к поискам Цири. Человек. Я даю тебе 3 свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело. Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Цири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Ну, об этом Йен знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велен. Там их пути разошлись. Цири провела некоторое время у тамошнего барона, который... Я знаю своих ленников. Барон отправил ее в Новиград. Цири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же, не скажу, что эти сведения крайне полезны. Но я вижу, вы зря времени не теряли. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием, и в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы. Но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Кайдмил, Фолье, Глайды, Вдорне, Айптенайт, Бундроитне, Яхаус. Мне Лютик сказал. А ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да. Не понял. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половина условленной награды. Вторую половину. Сначала показалось, что он ей сказал это мысленно, но дал ей прочитать свои мысли, чтобы она это услышала. Это он сказал вслух или что? О, 2000! Я его перечу в каждом диалоге, он меня скоро убьет. Я бы на это не рассчитывал. Это не просьба, Геральт. Это приказ.
Приказ. Я очень... Не пренебрегай им. Приказ. Аудиенция окончена. До свидания. Никто не смеет мне приказывать. Куда подевался твой ехидный юмор? Ты была покорна, как студентка Аритузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. В отличие от некоторых. А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак, а... Послушай, Геральт, ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас? Да. Давай ссориться в более подходящее время. И в зале, где меньше ушей. Так как мы снимем проклятие Сумы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя Сумой и Платвой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Да. Я поехала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар, в ведьмачью крепость Каэр Морхен. Наконец-то я сюда добрался. Рели? Платва. Успокойся. Велохвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились. Тут саундтрек, конечно, топовый вообще. Хотя он много где топовый в этой игре. Много где супер топовый. О, того ветра принесло. Долго тебя не было. Долго. Тут Сагой. В начале игры последний раз встречались. Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации. Глаза, уши, ноздри, заячья губа. А это... Тише, тише. Вот холера, права была Йена. Не красавец он, конечно. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгвазнулся? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Не то они в конец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важные занятия. Йен уже здесь? Здесь. Что ты удивляешься? Она спорталилась, очевидно. Вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Хорошая была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что...
Тогда понятно. Ну да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Если кто не понял, в книгах тут же, ну, Геральт тусил с Три в Скайрмохене. Или это отсылка... Мэби это было и в первых двух частях. Я не уверен. Но я помню, что в книгах было то точно. Не понял, как она поняла... Разве я говорил уже об этом? А, это было в шестой книге. Все, я вспомнил. Так что задумала Яна? Хотел бы я знать. Она не объяснила? Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Подозрительно. Рад, что ты тоже так считаешь. Ну ладно, так где все? Эскель охотится на велохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Ну, а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Мы можем поговорить? Чем я могу тебе помочь? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Чё? Ага. Я тоже так думаю. Береги себя. Что там, эликсиры варишь? Нет! Самогон из очистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Ты знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири? Угу, я слышал. Так может, проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Такой уж у меня характер. Ну, на меня и так же, ну, обиженный после того квеста. Когда не согласился с ним слить того ведьмака другого, который убил его друга. Ладно, неважно. Не хочу с тобой ссориться. Правда. Не стоит терять времени. Уродина ждет. Ламберт. Ой, извиняюсь. Потенциальная Цирилла. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну, со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Сейчас, погоди. Подушек, я не ферзу туда. Подожди минуту, доделаю кое-что и пойдем. Валяй,
Блять! Ого. Ты что тут творишь? Ты решила нас взорвать? Геральт, прости, но мне сейчас не до шуток. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весь мир назло делает ремонт прямо под моим... Назло! А Эскель вместо велохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним как к прислуге. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню, когда придет время. Сперва закончим подготовку. Может, лучше вообще не выбирать этот диалог? Прокрывать. Ты нам не доверяешь? Доверяю, но боюсь, что вы не доверяете мне. Поэтому предпочитаю держать некоторые вещи в тайне. Пока что. Гениально. Извращенная логика. Так может казаться, но ты еще поймешь, что я права. Мэби не выбирать это вот третье. Сразу первое нажать. Но мне интересно. Я слышал про кровать. Ты предпочитаешь спать на полу? Не советую. Пол каменный и дует ужасно. Лучше так, чем собирать рыжие волосы с матраса. Значит, ты так бесишься из-за Трис, что вымещаешь зло на мебели. Радуйся, что я не вымещаю зло как-нибудь иначе. Геральт, не хочу показаться злопамятной, но все-таки ты трахал мою подругу. На этой самой кровати. Да, я знаю, ты потерял память. И все-таки... А так это было уже... Давай так. Я не буду тебе об этом напоминать, а ты перестанешь напоминать мне про эту дурацкую кровать. Идет? Идет. Замечательно. Тогда перейдем к более... Просто в книгах это тоже было. Я подумал, что речь о книгах, это получается речь о первых двух частях. Окей, тогда даже вообще не в курсе. В книгах это тоже было, и она тоже была в курсе потом. Тебе, получается, второй раз подряд было, и она снова в курсе. Ладно. Ну ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из крипта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. И результатов что-то не видно. Я поговорю с ними. Что еще? Есть еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. А с кем ты будешь разговаривать? Или это тоже тайна? Вовсе не тайна. С Идой Эмиан. Помнишь такую? Нет. Не забудешь. Член ложи. Эльфская знающая. Вот именно. Знающая, как следует из названия, много знает. Поэтому я попрошу у нее совета относительно Умы. Ты доволен? У меня душевная травма после общения с твоими коллегами, знающими, не знающими. Но раз надо, значит надо. Думается мне, не на всех ты в обиде. Неважно. Благодарю за разрешение. Ладно. И как искать источник? При помощи этого патест-эквизитора. Как? Патест-эквизитор? Патест-эквизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги. Беги. Че, если пешком пойду? А, и еще. Да. Спасибо, Геральт.
Я так понял, Ламберт, Эскель и Весемирыч даже не удосужились, ну, вернее, она им даже не удосужилась спасибо сказать. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.